меня, не парь голову. У меня, я вот объясню, у меня в настройках стоит то, что динозавры нормально ДПС наносят по всему, кроме металла. То есть, ну, у меня тиранозавр, он может сожрать мне металлические двери. Он бьет хорошим ДПСом по металлу, у меня, по крайней мере. На других серверах такого не будет. Поехали, еще раз попробуем бобрят отбобрить. То есть, ну хотя может и есть, кстати, на других серверах такое. Но вот у меня включено, что динозавры носят ДПС абсолютно ровно по всему. То есть, что у вас там дерево, что еще там что-то, это не играет роли. ДПС будет проходить. Так, а откуда я вообще, блин, приплыл? Кто-нибудь не напомнит? А я забыл. А, да, вспомнил. Оттуда. Что ДПС будут проходить. Но вот проблема в том, что у меня там наверху живет этот дурацкий дракон. У меня там бывают то появляются, то исчезают. Какой красивый-то, а? Альфа-кабанчик. Погоди-ка, они не атакуют его, ёп. Значит, заодно вы, да? Смотрите. Я атакую. Нет, а, гады. Твою ж дивизию. Я смотрю, альфы, сейчас что-то. Они то с хищниками заодно, то нет. Как-то... То ли так специально сделано, то ли... Что-то где-то ошиблись, но я вот не знаю. Странно вообще-то. То альфа с хищниками заодно дерутся вместе, то они против друг друга. Вообще, трудом солнышко. Тирекс вместе с этими гипопотамами, или как там их, этими большими обезьянами. Ходил. Потом они у меня сверху там, надо мной прям начали хлестаться. Мне там... Господи, вот тебя мне только не хватает для полного счастья. Жестоко-то. Так, вот с паучихой что делать-то? Блин. Слишком много здесь этих паучих чего-то. Ну да ладно. Сейчас она может отвлечется. Я смогу подобрать плотиночку. Хороший такой, я вам скажу, это источник. Бежать. Ага, все, я понял. Гадость какая. В общем-то, насчет бобров все довольно любопытно. У меня около прям... Слушайте, у меня идея. А может бобров к себе туда? Ай, блин, там акул у меня чертова тонна. Слушайте, я вот думаю, если попробовать построить заводь у меня и туда бобров как-нибудь зацепить... А, идея-то хорошая, вот как ее реализовать, вопрос. Слушайте, я не понял, а бобры что, хищные, что ли? Ого! Это у вас там что было? Я чему-то помешал, да? Не, бобры суровые, ребята, суровые. И он меня еще и запомнил, прикиньте. Ты ж ты еще второй не любитель, блин, плотов, отстань нафиг. С меня альфа-касатки хватило. Еще бобров, которые терпеть не могут плоты, мне что-то как-то неохота видеть. Я хотел вообще-то эту штуку вообще-то изначально попробовать убить, но потом присмотрелся, это ее раскраска. А? Не помню, это не главный босс. В общем... Боссы идут, прошу прощения. Боссы идут по... Как там? Гиганты Питек.
Мамочки. Это чё? Понятно, короче. Тут еще есть ребятенок королевы, да? Ты, богомол, чего? Вали. Вали, отвали от меня нафиг. О. Мне здесь немного страшновато как-то. Не, болото здесь стало это кошмарное. Это хорошо, вот я не знаю, вот. Вообще можно выжить на этом болоте. Так, что-то там происходит массовое. Ну, или, скорее всего, спавнятся новые динозаврики. Так, поехали-ка мы обратно. Вот такую прогулочку по болоту я сделаю, друзья. Пару бобриных, короче, плотинок разобрал. Я еще хитинчика насобирал. Ну так, всякого г помаленьку собираю тут. Шакалю хожу. Вообще здесь альфы бывают. Да вы что, прикололись, что ли? Это что, блин, за номер был сейчас? Так, понятно, короче. Здесь уже и на лодке небезопасно. Короче, начинается полный звездец, большой паук. О, блин, да, жесть здесь какая-то на болотах. На болоте здесь вообще уже, скорее всего, нереально, хотя если так турели поставить. Может быть, бы вышло. А что-то я смотрю как-то... Ого. Но главное то, что здесь и бобры есть, и вся живность, которая есть на оригинальных картах, она тут тоже присутствует. Ну, босс, правда, здесь, конечно, немножечко не в тему. Это вообще-то кто-то читерство назвал, где там боссы ходят, ты читер, ага. Попробуйте на такой карте с этими моими модами поиграть, я посмотрю, как вы будете там весело, даже с прирученными динозаврами, блин, бегать. Ну, хотя у меня с модами можно альф приручивать. Так что это будет довольно-таки читерно. Ну, будете боссов бегать, убивать на альфах. А что я могу сказать еще? А вы вообще, блин, кто такие? Я, кажется, ошибся. У меня аж глаз начал дергаться. Так, ну я их-то вряд ли убью так. Блин. Че, альфа вдобавок. Так, давай-ка их сюда немножко отведу. Попробую добраться на лодку и нафиг поплыть отсюда. Не, с альфа я связываться не хочу, это вообще не вариант. Они меня вынесут. Фу, жесть какая. Спина опять мокрая. Я думал, это какие-то, знаете, о, как у меня берег-то обновился. Поубивал, называется, я тут жучков, друзья. Вместо одних жучков появились, блин, вторые. А тут вторые проблемы у меня. Так, ладно, кстати говоря, куда мне плыть? Давайте, прокачусь. Покажу, так сказать, видочки. Так, 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 так. А куда мне плыть-то, что выплыть? Ё-моё. О, дропчик можно захапать. Дропчики здесь, кстати, вот, извините, что микрофон был это ру. Они очень интересные. То есть они то ли подстроены, то ли подконфигурированы под моды и под предметы, которые в модах есть. То есть мне вот нигде... Я вот сколько не собирал на вот и делал полный сезон практически на карте. Я сколько не бегал, эти дропы дурацкие не собирал. Я нигде. Он собирается. Давайте я немножко подальше отведу. Вот гадка.
Иди сюда, плыви, плыви. Акула, надеюсь, есть где-нибудь? Смотри, какой плывет ко мне. Преданный, блин, друг. Чтоб ему пусто было. Вот и какие мы злые это. Блин, он раз укусит, наверное, я тут не то что без штанов, блин, останусь. Блин. Не, я бы не хотел это сейчас все потерять. И спальник я себе сделать могу. Чего не хватает? Долбанное волокно. Ага, понятно. То есть оно вот так вот, типа на сохранении, да? Вот пусть там под низом и сидит. Я там что-то вижу. Плавает большое. Мне этот дропчик интересует. Я надеюсь, я успею его взять. Просто дропчик нужен, пацаны, и я сваливаю. Тут змеи. Тут есть все. Я там, надеюсь, стаминка-то кончилась. Слушайте, он долго может плавать, походу, да? Короче, нафиг его. Вроде там у меня выход. Здесь ночью за дропами, как я делал на остальных картах, никогда не стоит бегать. Я около 150 раз в пустынном биоме помер. От чего я помер? Знаете, я сейчас прокачаюсь, постараюсь по-быренькому до 90 уровня. Ну, как сказать, по-быренькому. Сейчас пойду камень опять добывать железо. Скорее всего, по железу сейчас пробегусь, там камень тоже добывается. Пробегусь, подобываю. Потом пойду по пингвинам. В общем, по пингвинам я теперь только ночью бегаю, потому что больше заняться нечем. Либо по ресурсам. Так, а тут пещерки нет, случайно? А, игра, удиви меня. Сделано, конечно, красиво. О, блин, дракон еще один. Какой-то он странный. Эй, дракон, что с тобой? Че? Это дракон? Ох, твою мать, мантикора. Прошу прощения. По поводу вот боссов, я уже неоднократно повторяю, на кой пень мне ходить по боссам, если они у меня спокойно гуляют по карте. Надеюсь, он тут... А, это он додошку тут так пытается завалить. Бедная, блин, додоха. А вот по поводу, у меня все боссы, друзья, на карте. В моем мире выжить практически нереально, но интересно. То есть мне не надо геморроиться, там, я не помню, какие-то предметы надо доставать, лететь к обелискам. Вон. Пробежался. Так, стоять. Что-то я это место как-то вспоминаю нехорошими словами. А, нет, вроде все в порядке. Есть здесь некоторые места, где по 5, по 6 касаток этих дурацких. Не, ну виды тут, конечно, красивые. Я слов не могу передать, но, блин, неудобно из-за этих видов. Непонятно, где реально настоящий остров и где нет. Так, ты вообще куда сейчас прусь? Ого, я крюк сделал. О, как раз сейчас на базу подплывем. Сейчас мне интересно посмотреть на базе кое-что. Потому что я вот в прошлый раз показывал. Сейчас я провел как бы. Тут есть дополнительный спаун существ. Я поставил спаун 3.5.
Это можно выставить в настройках. А, ну, поэтому, собственно, вам, вот вам и ответ, откуда у меня столько много динозавров. Фауна у меня 3,5, и мне интересно посмотреть. Просто вот по поводу червей, которые смерти у меня там в пещере живут. Ну, как они сказать, живут. Там я видел их вроде 3 аж штуки. То есть 3 хвоста было. Я что, изначально ты и подумал, что это кальмар? Потому что 2 хвоста я точно таких видел. Но я под воду не нырял, я боялся. Я даже буду бояться бегать все возле базы. Ну ладно, это зато забавно довольно-таки. Вот таким вот путем пробираетесь. Это вокруг, когда биома зимнего путешествуете и будете играть на этой карте. Места, да, хорошие. Давайте посмотрим, потому что там у меня, по идее, должен быть респаун существ. Это в этих пещерах должны жить драконы. То есть альфа-драконы, по идее, туда были запиханы, там мод как-то он правился, в общем-то, с этим, блин. Какой-то мод с этой картой правился, и в эти именно пещеры были запиханы драконы. То есть это там была точка привязки, но... Пингвинов. У меня там тоже рядом пингвинарии есть, так что это не проблема. То есть у меня там... На этой карте были запиханы изначально туда драконы, но, увы, увы. Нашел, кстати, я тут овечку одну. Убить я ее, к сожалению, убил. Приручать не стал, но альфа-раптор ее сгрыз вместе потом со мной и сожрал свою. Жрал, кстати, он ее долго, видно, жирная была. Уровень я не смотрел. 3 стрелы арбалета в голову понадобилось. Ого, там смотрите, какая расцветка-то. Это кошечка красивая. Я ничего не получил, да? Блин. Турм-турм-тум. Чего не получил? Я ничего. Это чё? А, альфа-птер, кстати. Вертушку делает гад, да? Смотрите. Блин, жесть. Так, может попробую. Угу, ну значит тут 2 альфы. Ну жестко, жестко, друзья. Не, ну вообще здесь красивый, который разноцветный бегал. Вот только... Где он тут? Ты ж блохастый, блин, нафиг. Кстати говоря, интересно. Блин, жалко, пиявку нельзя приручить. Я бы на них пиявок понасажал. Призмалины не казалось. О, маленький альфа бегает. Ну, это звездец какой-то. То есть у них теперь есть эффект стаи. Чё и плюс добавок ко всему для полного счастья. Еще и от альфа бон. Ну, смотрю, там все развлекаются. Ладно, фиг ты с ними, пусть развлекаются. Сейчас меня интересует доплыть до пещерки, не буду эту серию сейчас. Посмотрю, может, начальные там моментики сошью. Ох. Это что еще такое? Ой, кисонька. Костик-то какой красивый. Это что вообще за хрень такая? А по поводу новых существ. Они есть, друзья. Просто здесь их такое, блин, количество. И столько много разных видов. То их просто не всегда можно всех увидеть. Да, я знаю, разработчики даже после релиза игры добавляют довольно-таки приятное количество динозавров. Но вы не забывайте, не все карты... Ну, во-первых, надо вручную это все прописывать. Еще один. Это нет, это эффект стаи вроде. Надо, во-первых, это все прописывать, это раз. Во-вторых, разработчик карты, ну, сколько карты? Чтобы нормально карту сделать, карку нужно от года до полутора. Вот 2-3 года карты нормальные делаются. Которые я играл, вот эти эпичные острова, что ли.
она где-то полтора года делалась. То есть это не делается за 5 минут. Я вот не знаю, я надеюсь,